Всем привет! Сегодня у мужа выходной, мы всей семьей поедем гулять. Погода радует, она теплая, правда воздух сегодня не очень прям хороший. Обычно, как и в любой воскресный день, сначала мы пришли пообедать вместе с родителями мужа, с тетей. У свекры выходной всего лишь один раз в неделю, и только по воскресеньям мы можем вот так вот собираться всей семьей, вместе обедать, что-то обсуждать, проводить вместе время. Пай-пай! Пойдем, Зай. Идем с Кирюшкой стричь волосы. Все, я ушла, и Эль начала дико плакать. Нужно быстренько постричься, и потом уже можем пойти погулять. Да, да, там, где обычно. Знаю, где находится парикмахерская. Вот это Индо. И с ним мы также просто сильно трясли волосы. Челка особенно. Море карманики рассаял. Это мамин красавчик. Чаранда. Покажи прическу свою. Сына, покажи свою прическу. Сними капюшон. Вау, красота. Ну, как обычно. Я не взяла кошелек, муж пришел. Заплатил 80 вон. Заплатили за стрижку. Ну все, с делами на сегодня мы закончили. Самым главным делом было подстричь Кирилла волосы. Он уже оброс. Давно было пора. Наконец-то с этим мы закончили. И сейчас поедем в русское кафе, точнее кофейню. Там продают наши русские тортики, десерты, Наполеон, медовик и тому подобное. Ехать далеко, это другой конец Сеула, но ради наших тортиков стоит проделать такой долгий путь. Вообще, я в последнее время скучаю по русской еде, я об этом не раз говорила, так что муж согласился на то, чтобы поехать. Ну вот мы и на месте, заказали кексики, напитки. А вот из тортиков, к сожалению, остался только оригинальный медовик, все остальное уже распродали. Эх, нужно было приезжать пораньше, но кто же знал. Но зато будет повод вернуться сюда еще раз, чтобы попробовать что-нибудь другое. Все мои знакомые хвалят это место и говорят, что тортики здесь очень вкусные. Просто снаб. Кирюш, вкусно? Кирюш, вкусно тебе? Молчи. Мы приехали на площадь Гуанамун. Здесь проходит ярмарка. Все еще стоит елка. Изделия ручной работы.
Вау! Красиво, да? Это, кстати, смотрите, это соль для собак, всякие игрушки для собак, закуски тоже для собак. Представляете, водка для собак. Где вы еще такое увидели? Только в Корее. Игрушки ручной работы. Вау. Красота. А что ты хочешь, Сина? Ела! Вау! Может, говорит, что он здесь впервые так гуляет, обычно по проездам. Папа! Вау! Ну а сейчас мы на Миндоне, среди кучи уличной еды. Людей тут, кстати, много. Этот район оживает после пандемии. Мы не на шутку проголодались. Пришли есть блюдо под названием такгальби. Это курочка с овощами, клёцками по кругу, сыр. Очень вкусное блюдо. Выбрали неострый вариант. И самое классное, что нам самим не надо это готовить. Есть работник, который все это готовит вместо нас. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Увидимся с вами уже скоро в следующем видео. Всех люблю, целую. Пока-пока.